Саха-Академический театр имени Платона Аюнского празднует 110-летие со дня основания гастрольным туром по городам России и СНГ. Тур «Легенды Саха-театра» включает Кыргызстан, Казахстан, Татарстан и Башкортостан. В программу включены спектакли «Желанный голубой берег мой», «Король лир», «Дом Бернарды Альбы», «Сон шамана». Гастроли театра отслеживает наш корреспондент Айсена Бурнашова. Репортаж из Казахстана. Первый день гастролей в Алма-Ате. Саха-театр встретился со студентами Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Заслуженные артисты, признанные мастера сцены Ефим Степанов, Аяла Мосов и Иннокентий Луковцев, талантливые актрисы Ильяна Павлова и Айталина Лавернова рассказали о Саха-театре и специфике якутских спектаклей. Ключевым моментом встречи стала передача дорогих для Саха-театра книг в фонд библиотеки Академии искусств, таких как «Пешком к Станиславскому» и «Антология Саха-театра». Собравшиеся также обсудили вопрос культурного обмена. Нам надо кое-что перенять у вас. Как вы сохранили совобытность своего театра, и мы найдем путь к раскрытию через призму взглядов тюркского народа. Вечером того же дня в Театре юного зрителя имени Мусрепова состоялся легендарный спектакль Саха-театра «Желанный берег мой» по мотивам Чингиза Айтматова. Подготовка творческого коллектива, нанесение грима, и вот оно, торжественное открытие первого спектакля в Алматы в рамках евразийского турне. Укорененность в национальной культуре, она чувствуется. И для меня эта лодка, это лодка вообще Саха-Якутского театра. Она очень простая, но при этом это такое надежное средство передвижения, которое обязательно к светлому будущему театрального искусства приведет. Во второй день алма-атинских гастролей Саха-театр представил зрителям трагедию по кровавой драме Шекспира «Тит». Очень жалко девушку Лавинию, потому что, ну, я думаю, что вообще в средние века быть женщиной было очень тяжело. Вот. И, ну, пьеса сама по себе такая. Мне вообще нравится вся атмосфера шекспировская и римское время, история. Было проще без наушников, потому что у нас казахский язык, вот он похож немного с якутским. Было очень легко его воспринимать. В течение двух дней жители и гости южной столицы Казахстана заполняли зрительский зал полностью, а в завершении спектаклей они провожали артистов аплодисментами и овациями. Мы сегодня вот закончили наши гастроли в городе Алмата. Очень здорово, так тепло встретили и там и провожают. Говорят, еще останьтесь на 2-3 дня. Они хотят нашу полную программу посмотреть, но у нас времени все распределено, и завтра едем в Астану. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Алматы, Казахстан.